Наступает пора летних каникул. Ее с нетерпением ждут все школьники. И, разумеется, не всем из них грозит отдых на Гавайях или иных престижных морских побережьях. Перефразируя известную песню, взвейтесь кострами синей ночи, спросим, как отдыхают дети рабочих. На интересующие и родители, и ребят вопросы отвечает Татьяна Николаевна Бусель, начальник отдела по делам семьи и демографической политики администрации края. Хочу сказать, что в крае наметилась такая положительная тенденция, что вот начиная с 93-го года, каждое лето мы оздоравливаем в различных формах отдыха детей все большее количество. Вот, например, в прошлом году в 46 загородных лагерях отдохнуло 40,5 тысяч школьников края. Значит, 254 тысячи школьников отдохнуло в городских формах отдыха, различных. В этом году мы не намерены уменьшать, а тоже рассчитываем на то, что, значит, те формы, которые мы в прошлом году опробовали, будем и в этом году практиковать. Мы не намерены уменьшать количество загородней базы отдыха. Также 46 лагерей мы откроем в этом году. Кроме этого, различные формы и новые. Думаю, что хорошо забытые старые, это такие, как военно-патриотические лагеря, сборы военные на базе воинских частей, значит, пограничных застав. И отдельной строкой на лето выделено в бюджете края 42,3 миллиарда рублей. В прошлом году в нашем бюджете было 6 миллиардов. Администрация края выделены уже 2 миллиарда, которые уже дошли, так сказать, до потребителей, то есть до начальников лагерей. И сегодня полным ходом идет подготовка загородной базы отдыха. Многие руководители предприятий, профсоюзный комитет очень добросовестно отнеслись вот к организации лета. Я могу сказать добрые слова в адрес руководителей судостроительного завода. Значит, лагерей, руководители города Амурска, которые сегодня готовят лагеря, очень организованно в городе Хабаровске, и завод отопительного оборудования, и Амуркабель готовят. Значит, вот Амур, значит, водоканал, горводоканал лагеря Олега Кашевого, где мы с вами сегодня находимся. Полным ходом идут работы подготовительные. Значит, особенно можно отметить работу коллектива завода «Дальдизель». Тоже находится в тяжелейшем состоянии завод, но они сегодня умудряются еще и строить новый корпус, который будет использоваться круглогодично. Вместе с тем, к сожалению нашему, я должна сказать, что вот первый объединенный авиаотряд. На сегодняшний день, еще даже сегодня, нет у них калькуляции. Значит, нет желания, чтобы начинать работу. Вот нет денег, а я так думаю, что просто нет сегодня желания. Сколько будет стоить путевка детская в этом году? Путевка будет стоить по-разному. Значит, в городские лагеря, значит, которые будут в три школах работать, значит, при домах культуры, как я уже говорила. Значит, там будет где-то от 170 тысяч до 350 тысяч путевка стоит. Но для родителей она будет стоить 50, не более 50%. Вот считайте, это городские. Загородние, я тоже хочу сказать, что где-то от 1 700 000 полностью путевка стоит. От 1 700 000 до 2,2, вот так, до 2,5 миллиона рублей. Но, значит, для родителей это тоже будет не более 50% без хозрасходов. Вот если взять по этому лагерю, то где-то путевка для родителей горводоканала где-то 170 тысяч. Ну, а для того, кто будет покупать другие организации, конечно, подороже. Но это как уже будет решать, значит, и соцстрах, и профсоюзный комитет. Детский оздоровительный лагерь имени Олега Кашевого принадлежит горводоканалу. И здесь серьезно готовятся к встрече детей. Это пример инициативы и деловой активности, которые приносят добрые плоды даже в наше безденежное время. Лагерь готовится к очень большому приему детей. Уже 900, на 900 путевок заявки. Вот. Лагерь у нас работает 3 смены. То есть мы работаем почти до самого конца августа. Все 3 смены у нас санаторные. Будут дети у нас получать физиолечение, траволечение и работать массажист будет. То есть профилактика простудных заболеваний. Кроме этого, лагерь работает по культурно-спортивной программе. У нас работает хореограф, работает кружок вокала. Дети не боятся сцены, не боятся микрофона. Они прекрасно чувствуют в своих театрализованных представлениях.
Кроме этого, проводятся спортивные, игровые. Не как раньше ГТО, побежал, тебе отмерили, нет. У нас все идет как театр, как представление. У нас шестиразовое питание, потому что санаторная смена. Дети получают очень много фруктов, очень много овощей. Если раньше, помните, мы все получали со столовых, и не от нас зависело, какие мы продукты получаем, какого качества. Сейчас все это зависит только от нас. Мы привыкли называть детей нашим будущим. Так оно и есть. Но нельзя забывать, что наше будущее уже существует в настоящем. А наше настоящее – это цепь проблем, требующих решений ежедневно. Речь идет о выплате детских пособий. И здесь у нас не все благополучно. В настоящее время детское пособие выплачивается на всех детей, и таких детей в крае 380 тысяч человек. Месяц на выплату детских пособий требуется 21 миллиард рублей. На наш взгляд, размер государственной помощи семьям должен быть более существенен. Сейчас в среднем на каждого ребенка выплачивается 57 тысяч рублей в месяц. Понятно, что одна семья покупает на эти средства хлеб, молоко, а другая семья, в общем-то, покупает конфеты, другие сладости. И в этом, в общем, в этой помощи от государства не нуждается. И на наш взгляд, и мы такое предложение носили соответствующие органы, надо изменить вообще закон о пособиях, выплачивать детское пособие только тем, кто в этом нуждается. Естественно, сократится круг лиц, которые получают это пособие. А второй задачей, на наш взгляд, является передача оказания помощи семье при помощи выплаты пособий органам государственного управления. В настоящее время органы социальной защиты выплачивают пособие неработающим гражданам или семьям, где один из родителей не работает. Или в повышенном размере пособия, когда выплачивается неполным семьям. А на остальных детей пособие выплачивается предприятиями, учреждениями, организациями. Если предприятие бюджетное, то значит, расходы на выплату пособий сразу планируются по смете расходов и финансируются через финансовое управление, как это полагается. Если предприятие хозрасчетное, то все зависит, конечно, во-первых, от воли руководителя этого предприятия, как он решает, понимает проблемы работающих на этом предприятии семей, и зависит от финансового положения этого предприятия. Ну а если говорить в целом по погашению задолженности, то, что принимал президент указ о выплате всех социальных выплат, было постановление главы администрации Хабаровского края, мы следим, как погашается задолженность. В общем-то, положение стабилизируется, хотя сохраняется задолженность, к сожалению. За март задолженность по городу Хабаровску составляет 3 миллиарда 846 миллионов рублей. К числу задолженников относится город Комсомольск, где задолженность составляет 678 миллионов рублей, Верхнебуринский район 258 миллионов рублей, Лазо 84 миллиона рублей. В общем-то, несмотря на то, что большая часть пособий выплачивается детям города Хабаровска, но все-таки задолженность очень велика. Закон о повышении минимальной оплаты труда, от величины которого зависит размер детских пособий, принят. И он принят совсем недавно, 22 апреля 1996 года. Детские пособия должны быть повышены на 20% с 1 апреля 1996 года. Безусловно, от позиции руководства предприятий, районов, городов зависит многое. Касается это и Павла Дмитриевича Филиппова, нашего мэра. Есть над чем задуматься и напрячься. Плохо пополняется городской кошелек, налогов много, денег мало, а в очереди выплат по важности детские пособия стоят на 5-м или 6-м месте. И если потянуть за видимый кончик вопросов, их цепочка, пожалуй, протянется через окошки банков от мэрии до Кремля. Проблема есть, не отмахнуться, и решать ее надо сегодня. Ведь речь идет о нашем завтра, о детях.